Год реализации инициатив, выдвинутых сотрудниками торгового центра «Грант», обсудили на круглом столе. Это уже не первое собрание трудового коллектива предприятия. В прошлый раз они выдвинули несколько важных инициатив, которые касались разных сфер жизни города. Рассказать сотрудникам об уже сделанных и грядущих переменах пришли представители линейных управлений и лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить». Юлия Ишкова, Глеб Демченко, Руслан Шаипов, Инна Монастырская, Александр Васильев и Татьяна Недосвети. Сегодня прошла вторая по счету встреча с трудовым коллективом торгового центра «Грант». На прошлой встрече выдвигались различные инициативы, как в области образования, касающиеся детских оздоровительных лагерей. Выступили представители администрации профильной службы направлений. Ранее сотрудники предприятия просили организовать оборудованные пешеходные переходы к парку Дубки и запустить дополнительные автобусные маршруты. Что-то уже реализовано, что-то реализовано. Встреча проходила в довольно дружественной обстановке, тепло и бурно. Были вынесены новые инициативы, которые также мы зафиксировали и будем продвигать в дальнейшем. Еще одна из реализуемых инициатив – это запуск дополнительных маршрутов нескольких городских автобусов. Сотрудникам рассказали, что для оптимизации работы на маршруте был проведен анализ пассажиропотока. В настоящее время, в разгар сезона отпусков, процент заполнения автобусов в часы пик не превышает 70%. В сентябре будет проведен повторный анализ транспортной работы на маршруте, по итогу которой в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области будет направлено письмо с просьбой внести изменения в реестр маршрутов. В целом встреча сегодня очень продуктивно прошла, и даже после того, как закончилось собрание, мы до сих пор еще уже в частном порядке обсуждаем с сотрудниками различные проблемы, которые их волнуют. Лидеры движения «Химки. Интересно жить» призвали сотрудников компании продолжать вести активную общественную деятельность, а также голосовать за выдвинутые инициативы на сайте «Хижонлайн».